Всем огромный привет! Мы собрались ненадолго прогуляться. Нужно забрать заказы Варюшки на Свайлберис. Она там заказала себе кое-что, и еще моя мама для Вари сказала. В общем, сейчас заберем, я обязательно все покажу. В принципе, дети практически сделали уроки уже. Вокала сегодня у Варюшки не будет, хотя у Тёмки был. Так что у нас немножко свободного времени, так что немножко можно прогуляться, при условии, что там сегодня солнце светит. Так что пошлите вместе с нами на улицу. Пока я собиралась, они в подъезде нафоткались. Да? Теперь друг другу фоточки пересылают. Варя, я быстрее. Тёма, чего у тебя столько? Ну, у тебя столько друзей, что ты Тёму потеряла, да? В этом WhatsApp. Ну все, отправляйте и пошлите. Покажешь, что ты там нафоткала? Такую, да? И вот такую. Тёмик, а ты покажешь? Да. Так, что там? Вот. Что-то ты не то, Варя, понаотправляла. Вот фоточка. Ну вот. Что-то смотрела из окна, солнце было. Сейчас вышли, солнца нету. Оно за тучкой спряталось и все. И что-то уже так прохладненько сразу. Смотрите, в какой коробке классная футболка пришла. Первый раз. Ты что сказала? Ну, потому что это футболка, там на ней написано. Я говорила, что это будет сюрприз. Да ладно, сейчас распечатаем. И вот это вот. Ну, в общем, пойдем домой распечатаем. Ну что, распаковка чек. Да? Это маркеры новые. Да. Вот только же штук в прошлый раз были. Все старые мы отдали Тёме. Да, все, что у тебя осталось, потому что Варюха очень много ими рисует. Ну, прям очень-очень много. Там уже много высохло. Но у меня ещё это остались, только это, они там для художки. Да. Вот. И уже моя мама заказала Варюхе новую упаковку маркеров. Да, там все почти уже. Для скетчинга вот эти вот. Давай, открывай, и мы покажем. Так, ну здесь уже прям немножко другая упаковка, даже получше. Да. Здесь уже и ручка такая. Давай. И у Варюхи были белые в прошлый раз, а теперь черные. Спасибо, что выбрали мою. Спасибо, что выбрали. Вау. А их точно 100 штук? Бонус 100 рублей на телефон. А их точно 100 штук? Ай-яй-яй, Вайлдберрис за это. Ой, как ругает и банит. Ай-яй-яй. Ну так нельзя делать. Выпрашивать отзывы. Вот так именно. Бумажками. А их точно 100 штук? 200... Почему 168? Я посчитаю. Здорово! Ты такой смотришь, как будто их мало. Смотри, мам, они на такой специальный, чтобы не падали. О, классно, у тебя не было такого. Где еще один? Не знаю. Клево. Класс, тебе нравится? Так. Давай вторую теперь открывай. Следующий. Так. Варюха что-то начала тащиться по Hello Kitty. Ну, что-то, ну, ты захотела, в общем, наклейки Hello Kitty и футболку, да? Да. Давай, доставай. Сама выбрала расцветку себе. Тетя. У Вари всегда все по мимими. Мимими? Доставай, Варенька. Это уже не мимими. Ну да, тут уже такая. Надеюсь, по размеру подойдет. Давай, ты ее примеришь, и мы вернемся, хорошо? Это вот я к чему все. Вот смотрите, здесь тоже. Милая леди, своими чудесными пальчиками оставь отзыв на сайте. Заранее благодарен. Навеки ваш котик Миша. Вот это правильно, когда пишут вот так отзывы просят. А когда вот так, напишите, пришлите, и мы вам 100 рублей скинем. Вот это вообще незаконно. А вот так правильно. А что там написано? Ну, здесь просто просят оставить отзыв. Вот. Кстати, принт у Вари светящийся здесь. Пожалуйста. Поэтому давай. Потом еще в темноту с тобой сходим, да? Да. Так, Варюха там уже в зеркало смотрится. Ну-ка, тебе нравится? Покажись поближе. Подойди. Так, ну, в общем, принт классный. Мне нравится. Тебе как? Клево. Да? Клево? Идем. Да, вот смотрите. На телефоне так вообще, Варя, я тебе потом покажу. Да. Она очень сильно светится, клево. Покажи. Мама, через телефон.
Все помнят, что я забирала посылку и сказала, что там кое-что для Артёмки. В итоге я вам сейчас обязательно покажу. А, да, как и обещала. В общем, смотрите. Я вам как-то уже рассказывала про магазин, в котором мы брали Тёмке школьную форму. То есть там мы взяли пиджак, брюки, такую кофту поло, да, ремень и еще даже носки были. То есть это там тот магазин, где можно собрать ребенка от и до. И сейчас на осень, да и в принципе на зиму, мы взяли Тёмке вот такой вот костюм. Смотрите. Идет вот такая толстовка на замке с капюшоном. Она идет утепленная, идет с двумя карманами, с начесом. Вот, то есть идеально, идеально на холодное время года, на холодную осень или на зиму. Также к этому костюму, это все один костюм комплект, вот такие штаны. Спортивные штаны, также идут два кармана. Талия на резинке идет со шнурочками. И снизу резинки. В общем, такой костюм просто идеален. Он также с начесом, чтобы ребенок не мерз в холодное время года. А что же мы еще взяли? Взяли Тёмке Джорданы, потому что он о них мечтал. Он очень любит, в принципе, спорт. Он сейчас им и занимается, и увлекается, и интересуется, и какую-то информацию все время из интернета достает. И когда он узнал, что у него будут Джорданы, ох! Вы бы видели, как он пищал от восторга. В общем, обувь безумно качественная, безумно крутая, стильная. Для пацанов самое-самое то носить как раз сейчас на осень. Это именно то, что нужно. Ну и в целом магазин на самом деле тот. И именно магазин для мальчиков, в котором есть абсолютно все. Начиная от аксессуаров, всяких курток зимних, осенних, пуховиков. Костюмы там есть абсолютно разные. Также есть всякая разная обувь и на осень, и на зиму, и другие разные аксессуары. В общем, это то место, где можно приехать, например, и собрать ребенка полностью от и до. Магазин находится в Москве, но я же не в Москве. Я могу спокойно заказать все онлайн, потому что продавцы там спокойно подбирают все идеально по размеру. Я сейчас покажу, как это выглядит костюмчик на Тёме. Все идеально подошло. Я в безумном восторге. Как и по качеству, как и по размеру, все идеально подошло. В общем, советую вам этот магазин уже не первый раз, потому что магазин реально безумно крутой. Оставляю ссылочку внизу в описании на страничку этого магазина. Заходите и смотрите, весь ассортимент будет именно там. Так, Артёмка нам все примерил. Надел кеды, штаны, толстовку. Тебе как? Хочу сегодня в ней пойти. Да, тебе так понравилось? Ну-ка, давай, покрутись, покажись. Надень капюшон, покажи. Карманы покажи, какие они у тебя большие. Сколько их тут на брюках? 4. Так, на самой толстовке есть, показывай. В обуви удобно тебе? Да? Ну, супер, я очень довольна. Давай, назад, назад. Покрутись. Знаешь, что это, когда тебе выдают обувь Nike только в футболе, это типа, когда ты очень много занимаешься. Ну вот ты в футболе занимаешься, вот тебе обувь Nike, да? Всё, прям крутой-крутой, мне так нравится, как ты выглядишь, очень классно. Поехали мы за Артёмиком. Дети, ой, господи, дети через дорогу вечно перебегают, это ужас какой-то, от школы бегут и перебегают через дорогу здесь. До пешеходного на самом деле метров 10, они здесь. И да, и твои одноклассники делают то же самое, жуть. Ладно, поехали мы за Тёмиком, он сейчас на футболе, у нас воскресенье. Снимаю что-то максимально редко, это вообще ужас какой-то. Я поняла, почему нет просмотров. Когда я снимала летом, я снимала каждый день, у меня были влоги аж по 30 минут, и я успевала снимать 30-минутные влоги ежедневно. И они отличались друг от друга, они не были вот эти как день сурка, знаете, одно и то же, я снимала что-то разное. Сейчас же нечего нам просто-напросто снимать. Естественно, просмотров меньше из-за того, что YouTube не дает попадать в рекомендации из-за того, что, ну, сами понимаете, да, потому что мы снимаем не каждый день, а YouTube любит тех, кто снимает каждый день. Вот, из-за этого мало просмотров. Короче, безумно обидно. Я подумаю, что можно с этим сделать, потому что снимать на самом деле охота.
Вот, возможно, какие-то, да, ну, хотя бы не влоги, а может быть какие-нибудь, не знаю, что, обзорчики чего-нибудь. Ну, надо чего-то добавлять, ну, чтобы видео выходили уже чаще. Как-то так. Забрали? Угу. Как дела? Все нормально? Один. Один. Один забил? Молодец. Варюхин. Варюхин. Как дела? Нормально. Нормально? Все, бежим? Ты должна сделать вот так. Браво! Все загрузились в машину. Варюха, нифига ты игрушек понабрала. Всего лишь. Снимай шапку, жарко. Сегодня, кстати, у нас действительно очень тепло, но хоть и ветер, но в целом тепло. Сегодня мы едем к моей маме в гости, не были у нее. Тогда, когда и она дома, вот, уже больше месяца, мне кажется. Ох, ну, наконец-то все свободны, все могут, вот, и наконец-то мы едем в гости к маме. Варюшка, мою маму попросила сшить для Басика одежду, да? Mm-hmm. И, в общем, мама сшила штаны на резиночке. Mm-hmm. Да, и здесь вот есть специальная дырка даже для хвоста. Смотри, вот. И на кнопочках, да, вот такая вот кофточка-футболочка. Ну как? Клёво. Довольна? Mm-hmm. Класс, вообще супер. Обожаю мамину квартиру. Здесь... такое солнце. Мы раньше жили в этой комнате, и здесь потрясающее солнце такое закатное. Здесь солнце сюда уходит, здесь, потом дальше солнце еще на кухне. И прям очень классно. Каждый раз прихожу, хочу зеркало помыть, я что-то забываю. Надо помыть, я здесь снимаю постоянно, когда схожу. И грязное зеркало. Вот, ну, мне нравится прям здесь. Да. Когда-то жили, да. А вот диски твои найти. Вот. Спасибо. Видите, как солнце вот туда он, тоже. Покалывай футбол, да? Я укусил палец. А теперь деду дай. Или уже надоело? Да. Когда он будет, надо каждую, когда ты будешь нажимать, вот так перебирать. Давай. Да, я тогда. Мне тогда на огороде работать нечем. Ой, осенняя листва уже такая вот. Полузасохшая. Жалко, что не передается цвет. Потому что на самом деле она такая оранжевая, яркая. Скетчбук. Покажи, что ты выбрала. Вот, это такие для блестки, да. Вот это для школы. Всякие разные блесточки. Все такое для творчества здесь отдел. Вот, а в целом нам нужна гуашь. Единственное, что гуашь здесь продается гамовская в основном. А, вот, а нам нужна другая, но другую далеко ехать пока покупать, поэтому купим пока такую какую-нибудь, потом другую купим. Берем. Так, здесь 45 цветов гамма. Но цвета на самом деле какие-то не яркие, они все блеклые. По сравнению вот, допустим, вот с этим, по-моему. Варюнь, открой вот этот пластилин. Ну-ка, давай. Получится? Сейчас. Вот эти поярче а цвета, нравится. По-моему. Давай 45. Поярче. 45, а куда тебе такая огромная? Школу взять все равно получится. Она реально прям гигантская. А вот здесь вообще очень яркие цвета. Сейчас покажу. Намного ярче, чем... Вытаскивай дальше. Да, вот, покажи. Вот, вот эти цвета здесь яркие. Слушай, ну а зачем вот тебе много в школу таскать? Вот здесь основные цвета все. Давай. Можно, конечно, для дома взять большой, но нужно для школы маленький. Давай с Тёмой любит это пластилином, да? Затариваемся в фикс прайсе, потому что у нас его до сих пор нет. Я все жду, когда аж он уже появится. Вот, туалетную бумагу сейчас обязательно нужно взять, потому что у нас покупать ее негде. Варюха, берем? Берем. Здесь к Хэллоуину уже готовятся всякие маски, паутинки, я хочу научиться наклейки. Да, вот это вообще, конечно, жуть. Наклейка такая. Есть просто масочки. А вот эта маска вообще, смотри, какая классная.
Давай. Вот смотри, она 55 рублей. Хочется такую? Да, хочу. Да? Хочешь? Да. Давай. О, мам, здесь красный. Смотри, тут разные. О, нет, красный как будто кровь. Давай вот, вот такую красивую. Я хочу на Хэллоуин. Да? Классно. Давайте быстренько покажу вам, что же мы купили в Фикспрайсе. Ну, это как обычно у нас пачка туалетной бумаги. Когда я еду, нужно покупать, чтобы было на всякий случай, чтобы потом не тащить. Дальше. Три пачки салфеток. Вот такие беру детские. Так, знаете, что-нибудь вот на вареном столе, например, протирать, чтобы не бегать с этими тряпками, мне лично удобнее салфетками. Я не знаю, кому как. Вот, ну, я беру салфетки. Три пачки, потом дальше. Вот такой пластилин. Это Варе будет в школу. Здесь всего 9 цветов. Очень удобно брать, что он не тяжелый. Ну, самые банальные вот цвета. Две пачки, мне кажется, что удобнее всего. Ну и, в принципе, зачем много одинаковых расцветок в школу, правда ведь? А вот, допустим, для дома я взяла уже вот такую. Она, конечно, выпрашивала 45 цветов, но какие-то цвета там вообще некрасивые. Вот эти все-таки поярче. Вроде бы и одна фирма Гамма, они прям одинаковые, но почему-то там цвета какие-то. Вот, поэтому взяла и такую, закончится, я лучше куплю еще. Дальше. Дальше что? В Фикспрайсе она еще выпросила вот такие вот наклейки на лицо Хэллоуин. Стоит буквально 59 рублей, то есть вообще ни о чем. Вот такие вот. Будет красиво, она хочет на Хэллоуин себе наклеить на лицо бусины. Мне кажется, будет смотреться прикольно. Дальше. Еще в Фикспрайсе карандаши Берлинга. Здесь 12 цветов. Мне кажется, необычные такие. Нужны тебе карандашики тоже? Да, возьмешь? У Вари есть. А вот. Это что? Это наклейки на лицо. Вот тебе пластилин тоже будешь. Так, ну и в бывшем Юпитере на Затулинке сейчас он называется Сибверк. Я взяла гуашь. Вот такая гамма. Это синяя, белая и желтая. То, что у нее максимально быстро заканчивается. Я почему-то думала, что еще и красный. Но красный, говорит, пока есть. Вот такая вот гуашь. Конечно, не та хорошая, качественная, которой пользуется она, но туда очень далеко ехать, там, где продается именно та гуашь на художку. Поэтому пока так, а там уже возьмем. Дальше блестки. Блестки вот такие в школу. У нее последняя закончилась, когда она делала вот эту большую медведицу, помните, на тарелке. И скетчбук. Все скетчбуки у нее тоже закончились, рисует много. Поэтому вот здесь листов, 70 аж листов. Ну, в целом это все наши покупочки. 7 часов уже так темнеет. На самом деле мы приехали в Ленту закупиться немножечко продуктами. Вот, в Ленте все-таки выбор побольше. Я надеюсь, что нам хоть какую-нибудь ленту уже построить, хотя бы маленькую. Не нравится тебе? Не знаю, мне нормально. А, ну да. Это правда. Если приходишь в какой-то очень большой магазин, то у тебя сразу в корзине как бы много. Колбаса, сыр, мясо, ну и магазин. Сейчас 19? 19, да. Мне сливки для кофе нужны. Что ты тут? Дай посмотреть, пожалуйста, о, боже мой. Ну, это для бабулечек, для дедулечек, которые не слышат. Которые не видят. Наклоняться сложно. Сложно наклоняться? Вообще ничего не видно. Да, нужно ближе. Ближе нужно. Так им уже сложно наклоняться. Им сложно наклоняться, я согласна. Мы идем. В зале продуктов. Да? Тёма, чупсик еще хотел. Нашел? А мне можно? Да. Что-то мы давненько, видимо, в Ленту не ходили. Тут какая-то акция новая. У нас вот стикеры, что токеры. А что это такое? Наклейка какая-то? Да. Вот. А, это нашивка на что-то. Да. Нашивка, наверное. Или наклейка. А что такое знаю. Нашивка? А здесь что? А, еще вот такая. Класс. Мама, это такое нашивка? Это на одежду когда приклеивать. Да. Ну, пойдем, разберемся. Это я. Все, едем домой, уже полная темнота вообще. Ой, Варюха, ты там с кем-то разговариваешь? Да. А? Ну, листья вообще красиво летают, особенно когда ветерок прям дует, вообще класс. Видео.
Уже как будто под Новый год наряжают. Смотрите, деревья такие. Денис прав, у нас на районе листьев нету. Потому что у нас деревьев нет. Смотрите, вообще ни одного листочка. А вообще, вот, смотрите, хотела показать вам луну. Смотрите, какая. Почему она раньше? Тупая вот луна. Чем вообще ничего. Нет, какие нафиг тополя, лучше ничего. Блин, зато хотя бы зеленая. А этот просторный, это же ужас. Ну ладно, дискус. И то дискус, кстати, садит дорогие деревья, в отличие от всех других застройщиков. А что он садит? У нас нет деревьев. Ну, хотя бы вдоль аллеи. Елки эти. И елки, извините, дороже, чем какие-нибудь там березки. Да при чем здесь деньги, делаешь в другом? Смотрите, ни одного дерева. Если вот так посмотреть по кругу, то у нас действительно нет деревьев. И из-за этого у нас ветра. Очень, очень сильные ветра. Мне интересно, так везде, в принципе, уже? Вот он, кстати, вот этот дом. Вот мы проезжаем его. Матрешки я вам показывала. Неужели деревья к инфраструктуре не относятся? Ну, видимо, нет. Возле домов. Это не инфраструктура, это как-то по-другому называется. Не помню. Озеленение. Да. Что-то прям ветрище поднялся, какой-то ураган. Боюсь, завтра будет погода такая. Отвратительная. Ужас. Вот это погодка. О, прям прохладно даже стало. Сегодня Денис выходной, Денис готовит. Шимон тут овощи подготовил, нарезал. Давай рассказывай, что делаешь. Свинину. Свинину, а что ты стесняешься так? Свинину. Ее нужно обжарить. Он какой-то в ТикТоке снова рецепт нашел. Вот, потом посмотрим, что это будет. А что готовишь-то? Свинину. С картошкой, да? Типа тушеная будет? Ну, расскажи, давай, давай. Почти. Ну да, тушеная, можно так сказать. Короче, какой-то рецепт в ТикТоке нашел. Потом покажу, что получится у него. Да, это очень похоже с говядиной, просто со свининой. Ну, то же самое. Очень... Тёмка лёг. Зая, ты рюкзак не собрал и лёг? В общем, ладно, пожелай всем спокойной ночи, собирай рюкзак. Смотри, ещё надо 4 часа. Сколько у тебя время-то уже? Чё это, 17:26? Ты чё время-то напутал? 21:26 сейчас. Через 4 часа лечу же надо. Ты зачем время поменял? Варя, завтра тебя будет из школы встречать, а ты время перепутаешь. А во сколько? После уроков. А зачем мне время смотреть? Не знаю. Короче, давай, вставай, собирай рюкзак. Офигеть просто. Лег и рюкзак не собрал. Нет, вставай. Ну, конечно. Вон, Варя собрала рюкзак. Сумку подготовила, рюкзак нет. Давай, давай, бери свой рюкзак. Вот он твой рюкзак, вот он, бери его. Иди собирай. Давай, 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 давай. Не хочу. Дамочка, дамочка, все собрала? Угу. Да. Подготовилась, рюкзак собрала. Угу. Стихотворение угу. Выучила. Да, все, молодец. Угу. Говори всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты с музыкой? Нет. Ну давай, что там у тебя? Разговор о важном, литература, математика, русский. Ну давай. Математика. Вот, смотри, окружающий тебе не нужен, например. Азбука нужна, это литература. Русский. Русский. Вот он, русский. А где тетрадка с Пушкиным? У тебя у истории тоже есть? А зачем тетрадка с Пушкиным? Ну, мало ли вы там снова писали. Кстати, у нас одно и то же будет проходиться. Что там у тебя? Математика. Осталась. А это кто? Пушкин Александр Сергеевич. Пушкин Александр Сергеевич Пушкин. А где твой математик? Математика. Иди ищи математику, я не знаю, где он. А я подумаю, что когда будут собирать. Вот иди спать давай. Все, нашли мы математику. Тёмик, давай, складывай. Где-то за минуту. За минуту. И рюкзак. Ой, этот дневник давай. А пенал твой где? Так, посмотрим на оценочку. Пенал. Да нет, ему не ставят оценки. Проверяй, не чтобы у тебя все было. А нам ставили дневник. Так. Нет, Тёмки не ставят. Две ручки вот таких нету. Ой. Тёме суперско повезло. Где у тебя все карандаши? Куда ты подевал? Этот? Этот не подстроганный у тебя. Капец. Ну, футбол возьмите. Построганный. А, ну все, давай. Вот еще. А где ручка?
Да, ну то вы ручками все равно не пишете. Так зачем? Ну все, собирай давай. А это что? Вот. Все, иди. Ой, давай. Все, всем желаю спокойной ночи. Давай, всех да. Целуй. Все, спокойной ночи. Теперь мы готовы. Просто прикалываюсь, когда Денис когда так прыгает, она когда готовится, она так прыгает. Так, ну в целом вот так. Только еще ты потом добавишь воду и картошку, правильно? Да, и картошку прям целую. В этом суть. И надо ее сверху шапки выложить. Угу. То есть вот это прям придавить на слабый огонь и картошку сверху целиком. Ну все, готовь. Пока муж готовит, дети засыпают, я ушла в ванну. В общем-то, достала соль. Сейчас буду купаться вместе с солью. Так, неудобно одной рукой накладывать, отключаюсь. Так, ну и вот что уже у нас получилось. Точнее, не у нас, а у Дениски. Вкусненько. Я буду уже пожелать вам спокойной ночи. Спасибо, что провели эти несколько дней с нами. Не собирается у меня влог в одно видео, то есть один день в одно видео. Но я искренне буду стараться, потому что понимаю, что от того, как я выставляю видео, от количества, влияет на количество просмотров. Все, говорю всем пока, увидимся с вами в следующем влоге.